Это пример того, когда одно маленькое дело, пожалуй, важнее тысячи слов. Президент Александр Лукашенко подписал распоряжение, благодаря которому будут выделены средства на отдых и оздоровление 300 детей из Сирии. Уже в мае-июне они проведут каникулы в белорусском Зубрёнке, который принимает детей из страны, где идут боевые действия уже не первый год.